Я считаю, что если учитывать два тайма, то результат справедлив. Хотя надо отдать должное, нас торпеда погоняла в первом тайме очень прилично. Почему мы на такие решающие матчи так скованно выходим, мы это будем разбираться. Но приятно то, что все-таки команда после такого тяжелого первого тайма перестроилась и показала свою игру, забили гол, еще моменты имели, поэтому это приятный итог матча. Дякую. Игорь Миколаевич Кривошенко, Торпедо Белас, Кривошенко. Ну, для меня, наверное, наоборот, итог неприятный, скажу так. Вот. Рассчитывали решить задачу в сегодняшней игре, тем более игра домашняя была. Считаю, в первом тайме не реализовали то, что создали. Нужно было забивать второй мяч и закрывать все вопросы. После перерыва непонятный мне ступор. Глубоко сели, дали сопернику возможность подходить к штрафной, наваривать на Зубовича. Навязывалась борьба, подборы. Здесь мы выглядели не совсем хорошо. Ненужный стандарт, потеря концентрации, 1-1. Вот. Славу выпустил, пытался немножко изменить, оказать давление. Вот. Моментик был, но свой момент мы не реализовали. Вот. Считаю, что упустили сегодня победу. Вот. Но что поделаешь, это счет. Соперник тоже желал, соперник хотел, строил свою игру так, как он, ну, наверное, решил на установке. Вот. Ну, жизнь продолжается, остался один тур, да, у нас игра тяжелая, но что делать, как говорится, сойдутся звезды, значит, будет все нормально. Нет, это футбол, это жизнь, она тоже не закончится, она будет продолжаться. Дякую. Питание есть, коллеги? Игорь Николаевич, насколько Сучков себя продал из-за замены? Понятно, выпуская на замену человека, хочешь усилить игру. Вот. Ну, пока, понятно, старался, стремился, но то, что может Леша, то, что он имеет, он сегодня не показал. Игорь Николаевич, Таращелли, «Звезда», видит. Скажите, замена Чередниченко, все ли у него хорошо? Чередниченко, травма. Ну, как бы, ну, поставил диагноз, я думаю, более точный уже завтра. Здесь не радует то, что травма у Селявы, который поехал в сборную и которая два дня добиралась перед игрой, грубо говоря, решающей, которая у меня сборная, а у сборной уже практически было решено после двух домашних игр. Вызвали, не вызывали, вызвали. Два дня человек добирался после игры. И о чем можно говорить, как результат — травма задней поверхности бедра. Вот и все. Вот наша жизнь, мысли наши там, а реальность вот она здесь. Поэтому, когда бардак везде, он бардак везде.